Любой первоклашка ждет 1 сентября. А знали бы вы, как этого дня ждет старшеклассник? Школьная пора, мне дойти бы до дому. Возвращаюсь я в 6:30 утра. Через... Прикинь. Давай. Тебе не стыдно? Я тебе сейчас устрою. Так, отец! Мать! Ничего, что я так официально? Ты не комплексуешь? Чё сразу, отец-то? Я ж когда к тебе на разговор иду, пацанов же за собой не веду, верно? Так, сынок, сегодня убиралась у тебя в комнате. Но и сколько я тебе должен? И нашла там пачку сигарет. Скажи мне честно, ты что, куришь? Не дай бог, мать, ты что? А за ушами у тебя что? А за ушами у меня, мать, 10 лет образования средней школы номер 17. Я говорю, вот это у тебя что? Это? О, сигарета. Чья? А не моя сигарета, Серегина. Отличника? А кто знал, мать, кто знал? Как его судьба, судьбина? Я спать. Мамуль, а это кто? Сестра твоя младшая. Как быстро растут чужие дети, мать!